Он сначала отсюда туда перекладывает, а потом оттуда сюда? Так и есть. А чё он такой медленный? Мы 30% поставили скорость, ну, чтобы более так плавно все было. Приятно на глаз, в принципе, у него быстродействие высокое. Угу. А как он называется? Это робот Панук. Ну нет, там как-то не бывает осевой там скольки-то. Ну да, это антропоморфный, 6 степеней свободы. Повторяющий, приближенный к руке человека. И сколько он стоит? Именно этот стоит 36 тысяч евро. Ага, понятно. А вы интересуетесь роботами?